Пора садиться. Ой, ну, садись пока, давай. Итак, кто мне скажет, кто такой Рене Декарт? О, мама, я знаю. Это такой популярный ютубер, его аккаунту больше, чем 5 лет. У него довольно много подписчиков, просмотры, конечно, немного упали, но зато у него аккаунт создан уже очень давно. Это не блогер точно, я так подсказываю. Этот человек жил давно, он намного старше меня и нашей бабушки, и прапрабабушки. Паш, может, ты знаешь? Это что, наш родственник был? Так, ну, не знаю, нет. Так, Василий, Петро, Трофан, так, и... Да нет, никакого Рене не было. Я тоже не знаю такого деда, я знаю только блогера и машину Рене. Даниэль, ну какой блогер, тем более машина? Это был естествознатик, математик, основоположник эпохи нового времени, когда наконец-то уже перестали верить то, что ведьмы там и все остальное, и люди начали развиваться, понятно? А вы непонятно о чем, дедушек считаете наших, машины называете, вообще уже бессовестные. Ну правильно, он первый в Соников и Лунтиков в Экзе начал играть. Нет, прекращай, а то я вообще у тебя отключу интернет. Пашенька, ну вспомни, ну мы когда-то с тобой вот читали, что Рене Декарт, французский математик, жил в 1600 в каком-то там году начинал. Вспомни, он там доказал кое-что. Давай, секунду. Да, вспоминаю, мы с тобой учили. Так, О, вспомнил одну теорему. Пифагоровы штаны на все стороны равны. Это она? Пифагоровы штаны — это квадрат. А мы о другом, о Декарте, французском математике. Итак. Основная теорема, которую доказал Рене Декарт, алгебры. Общее число вещественных и комплексных корней многочлена. Я так и не понял, их там корней многочлена, но я зато знаю то, что он сделал Лунтика в Экзе популярнее. Слышишь, Нигель, а что это с Лунтиком в квадрате? Как он это сделал? Лунтик в квадрате? Лунтик Экзе, я сказал. Так, с теоремой мы разберемся, когда придет Дарина, потому что я хочу, чтобы были все на уроке. Я сейчас вам расскажу то, что действительно он был хороший философ. Он придумал интересное решение проблемы. Вот, например, квадрат Декарта. Как поступить правильно? Нужно нарисовать квадрат, разделить его на четыре стороны и написать. Первое, что будет, если что-то произойдет? Что будет, если это не произойдет? Что будет, если это произойдет когда-то, и что не будет, если это не произойдет. И потом вы сможете принять решение. Понятно? Я ничего не понял, как квадрат этот решает проблему, но зато я понял то, что Sonic XZ тоже популярен. Мне с вами будет, я так понимаю, очень нелегко. Итак, давайте для начала запишем с вами, что такое Декартова система координат. Открываем тетрадки, берем ручки, пишем. Декартова система координат – это прямолинейная система координат на плоскости или в пространстве, в котором положение точки может быть определено. Вы прикинули, что не важно. Простите, пожалуйста, за опоздание. Или просто погода такая фиговая. Дариночка, да, погода плохая. Судя по внешнему твоему виду, ты еще не проснулась, да? Ты с чего-то в пижаме в школу пришла? Валентина Ивановна, мне же просто сегодня так плохо, честное слово. Мне так было лень переодеваться, и вон зонтик еле нашла. Вот видите, зато на ваш урок пришла, даже когда мне очень-очень плохо. Ой, Дарина, то, что ты пришла на урок, это, конечно, спасибо, только с таким внешним видом, когда я вообще не знаю, как тебя охранник пропустил, конечно, в школу, и как ты вообще в маршрутке ехала. Садись, давай, бегом на место. Ой, Валентина Ивановна, мне просто добрые люди прям от дома до школы довезли. Бывает же, что ли? Ты что творишь, ты? Странно. Ого, да я тоже хочу в пижаму в школу ходить. Зачем мне тогда переодеваться, мыться? Мам, давай устроим пижамную вечеринку. Может, и устроим пижамную вечеринку. Только не сейчас. Так, Дарина, давай-ка просыпайся, доставай тетрадочку. У нас сегодня Декартова система координат. Ой, Валентина Ивановна, ну какая система координат? У меня особой координаты не работают. Черные точки перед глазами. Я уже не понимаю, где правая, где лево. Ой, мне бы самой по себе настроить эти координаты в голове, а? Такое, ты знаешь, Дарина, одно из двух. Или ты отравилась? Или не выспалась? Может, тебе в медпункт сходить? Ой, да я не знаю, сходить, не сходить.
Ой, что-то так солененьких огурчиков захотелось. Ни у кого нет, а? Блин, я бы тоже не отказался от хот-дога с солеными огурцами. А я бы тоже не отказался, к примеру, от бургер-пиццы. У меня хоть и соленые огурцы, и сыр, и маслины, и колбаса. Так, прекратили. У нас сегодня очень интересный... Я хочу огурчики с маслинами. Дарина, что такое? Не поняла. Все, давай. Система координат пекарна. Я раздаю вам карточки. Вы по карточкам будете определять. Ой, так. Смотри, пожалуйста, дела вот здесь. Давай, называй фигуры, хотя бы знаем. Конечно, знаю. Что это? Кружочек, треугольник, ромб и... Фигня. А, это карточка. Да, фигня. Так, по небу определяем координаты. Куда ты смотришь? По небу. Ты тоже смотришь. Я все знаю. Вот это вот там тангенс, тут косинус, это угол, и все, ставь мне пятерку. Паш, 5 ты получишь только тогда, когда, так смотри, формула есть, где найти синус, косинус, видишь? Вот когда это ты все сделаешь, запишешь в тетрадке, тогда и будет хорошая оценочка. Давайте, приступайте. Блин, я знаю, что я хочу. Боже мой, как же мне эта фигура напомнила на пиццу. А это же просто... Как течет сгущеночка. Боже мой, а это мясная тарелка с сыром, политая карамелью, сыр с орехами, полить вот это вот сгущеночкой, рыженькой, а потом такой обычный молочной карамелькой, шоколадом. Какой класс! Нет, а если на пиццу положить все это вместе? Это же вообще отвал башки будет. Как же я хочу. О, я бы тоже не отказался, только не смешивайте все по отдельности. Так, прекратили про еду. Я тоже, может, кушать хочу. Но я же не рассказываю, что я хочу, правильно? Для начала давайте сделаем то, что я попросила, а потом уже в столовку. Да сейчас, тетя, я уже сейчас доделаю. Я вон уже синус нашел. Сейчас косинус найду. Еда, правильно, еда после уроков. Да ясно, что после уроков. Валентина Ивановна, а пожалуйста, можно такой вот вопросик? А вот что это за болезнь, когда очень-очень-очень сильно тошнит, голова кружится, и спать как-то хочется? Что это за симптомы? Какую болезнь, а? Дарина, это симптомы ровно одной болезни, которая называется лень. Быстро делай, а то 2 получишь. Так, ребяточки, давайте, время у нас на исходе. Доделываем и сдаем работу. Это было не тяжело. Дарина, ты куда? Так в столовку рано еще. Тетя, она куда?
Привет, тетя. Ты, как всегда, раньше всех. Привет, папа. Не спится ночью? Вообще, да, спится. Утро уже. Ты смотрел, сколько времени? Сон, знаешь, что такое? Паша. Что ты сделал? Елимин. Что ты за... Смотри, я тебя нарисую вот такой. А ты посмотри, что это такое. Чего? Только маленький червяк. А барышка? Бывают вообще одни червячки. А, так это... Они находятся... Бактерии, микробы. Да-да-да, они находятся вот... Вот таких людей, да, животики могут находиться. И чуть-чуть ниже. Это что, листы? Листы. Только пришел, уже тошнит. Паша, тошнит — это хорошо. Ты понимаешь, что это вообще тема очень серьезная? Ужасно. И я специально затронула эту тему, потому что я считаю, об этом должен знать каждый. Где, кстати, остальные? Ты я откуда знаю? Дарина опять что-то в туалете сидела. Бегала, наверное, плохо ей. А Даниэль, ну ты по-любому столовой где-то ходит. О, привет. 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 Я говорил, за столовой только пришел. Даниэль, а ты руки помыл? Нет, зачем? В смысле зачем? У нас тема сегодня такая. Какая? А вот такая, про листов. Как всегда. Даниэль, у тебя даже рюкзак расстегнут. Там уже, наверное, все тетради, книжки повыпадали. Так, достаем тетрадки. Тема очень интересная, нужная. Быстренько, быстро, а то Дарина, как всегда, дождемся мы. Начнем с вас. Что это? У меня листов нет. И у меня нет. Ну, у меня ж нигде не чешется. Паша, то, что не чешется, еще не значит, что их у тебя нету. Гельминты бывают разные, и об этом мы сегодня и поговорим. Так что давайте тетрадки и записываем. Гельминты, гельминтоз. Быстренько. Оно не интересно, уже куда... Я вообще-то тоже не хочу на эту тему говорить, потому что я потом в столовой, блин, кушать нормально не буду. Аппетита не будет. Ой, конечно, не закушаешь. Да? Смотрите, все примерно знают, да, как у нас выглядят гельминты. Гельминты самые разные, это в любом случае это черви. Просто разного размера. Есть вот микро до 12 метров бывает такой. Да есть же много других тем. Сейчас мы же поговорим про листов. Хорошо? Листы – это группа паразитов, да, отдельная группа паразитов, которая относится к классу плоских червей, которые попадают в организм человека, провоцируя это заболевание. Глинистая система. Так, очень часто листы называются гельминтами, а болезнь, которую они называют, гельминтоз. Вот. Первое. Как попадают на вот самая простая группа, да? Плоский череп, так называют. Руки мы не моем. Вот. Кто там чипсы ел, кто-то там тетрадки трогал, кто-то почесал там себя, не знаю где. А потом процедура. Не смешно. И все. И заразился. В смысле? А что, уже заразился? Так у меня он нигде не чешется. Так походу, блин, у тебя специально тему нагоняют, чтобы мы руки мыли. Никогда у себя не видел червяка никакого. Так, смотрите, давайте начнем с самых обычных. Острица. С ними знакомы всем. Я уверена, были не у всех, у Паши тут вы были, у тебя тоже были. Да что? Не были. Нет, были. Неправда. Смотрите, вот. Мы знаем, что это такое, да? Что это такое? Ну что это такое? Чего молчим? Это вообще-то яблоки, игрушки. Это поп. Нет! Это поп. Нет! Да. Когда мы не моем ручки, да? Кушали грязные яблочки, погладили там котиков каких-то, собачек, или поднимали что-то с земли, играли мяч, например, да? А ручки не помыли, а обрезали их. И потом у нас в попке появляется очень много маленьких остричек. Первый симптом остричек – это что? Чешется попка. Чуча, зачем ты вообще по этой теме урок проводишь? Это никому не надо, нафиг, потому что никого такого нет. На самом деле, Паша, очень часто и есть. Вот, кстати, мы были в Египте недавно, и... Были там, наверное, продукты порчены. Кстати, знаете еще, вот мухи, да, садятся, откладывают личиночки, и тоже это потом листы, острицы. Как лечить? Есть таблетки, это, конечно, но такой, скажем,
бабушкин способ, это кусочек мыла вот сюда. Смешно. Да мама, зачем? Да не, успокойся, ну вот звезды точно ни к чему здесь. Еще способ, зубок чеснока, говорят, тоже помогает. Но лучше всего помогает это что? Мыть ее руки, попки каждый день. С острицами мы закончили. Но да нет. Я вообще не буду ничего кушать за всю жизнь. Да нет, нет у нас никого. Она просто специально это делает, чтобы мы руки мыли и попу. Здравствуйте, Антина. Антина Ивановна, можно, пожалуйста, присесть? Кстати, Дарина, что за нижний вид? А ну иди сюда. Хоть у нее блесты. Ты знаешь что? Мы тебя сегодня повезем в санстанцию. У тебя, наверное, бычий цепь. Это самый хуже паразит. Садись на место. Бычий цепь, он бывает от 10 сантиметров до 12 метров. Живет в желудке человека. Еще называется солитер. Распространяется он от рогатого крупного скота. И личинки, не смешно. Личинки могут самостоятельно двигаться и залезать в человека. Понятно? И выводить им очень сложно. Ага, бычьи цепи. Другой у нее цепи. Фу. Степанка, что вы тут такое рассказываете? Мне прям плохо стало. Надо конфетки заесть. Вот, Дарина, вот это, что ты кушаешь очень много сладкого, это первый признак, что у тебя 100% глисты. Не знаю какие, потому что их очень много. Но глисты, они очень любят сладкие. Если человек кушает много сладкого, это у него 100% глисты. В смысле? Анжела Ивановна, нет у меня никаких. Вот даже что-то на выгляд, как глист. Фу, ладно. Анжела Ивановна, что вы мне такое рассказываете? Мне прям плохо становится. Мне тебе жалко, где 100% теперь глисты? Так, прекратили эти истерики. А Дарина прекратила кушать сладкое. Итак, как передается... Или передается ли вообще заражение от человека к человеку? Герметоз, да? Заразиться глистами человека реально при обычном дружеском рукопожатии. Если человек что-то сходил в туалет, ручку не помыл, да? И вот вы с ним поздоровались, и потом пальчик свой случайно облизали. Вот и уже заразились. Можно еще заразиться при половом контакте. Можно еще заразиться. Использование презерватива тоже не защищает от герметов, оказывается. Понятно? Даже от контакта с кожей. Возможен вертикальный путь передачи. А от матери к ребенку во время родов, при кормлении и несоблюдении, конечно же, правил и гигиены. Я теперь вообще ни с кем здороваться не буду. Даниэль, пожалуйста, не плачь. Я сейчас тоже буду плакать. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Походу, у меня там когда шевелится. Очень сильно шевелится. Валентина Ивановна, у меня что, этот 12-метровый глист? Тетя, походу, у меня тоже что-то шевелится. Ай, ё-моё. Да ничего смешного нет. Мама, веди нас к врачу, короче. Валентина Ивановна, я тоже согласна. Ведите к врачу. Я не хочу, чтобы этот глист ел мои все конфеты. Я же их хотела скушать. Да. Тетя, веди нас, пожалуйста, потому что глисты у нас по-любому, походу, я чувствую его. Зато урока не будет. Ну, раз Пашенька и ты даже согласен, то, конечно же, мы поедем в санстанцию, но для начала я вам расскажу, как берутся же анализы, да? Ну, во-первых, сдается анализ крови, это понятно. Ну, а самое главное, это берется мазок из попы. Я передумал. Валентина Ивановна, я согласна на все. Вообще все равно, любые мозги, любая сдача крови. По-моему, он все больше и больше. На, Крис, на! Лучше мне конфеты еще есть, на! Ребята, ну у нас такое дело, да я вам скажу честно, он действительно очень как-то странно выглядит. Давайте поехали, давайте на. Зиночек! Тетя, у меня даже нормально, я здесь буду. Нет, ты тоже, мази вместе, что если, значит, на ручку дорога, если кушаешь, если становишься. Ладно.
Вот ты, бычья цепень. Так. О, еще минус одна. О, еще минус еще одна цепень. Зажал еще одну. Блин. Даниэль, здорово! Здорово! Что ты как гав? Опа, ты что, червяка играешь? Ты никак не успокоился на червяка? Ты что, до сих пор ноль? Даниэль, ты же прекрасно понимаешь, что тетя специально это все сделала, чтобы мы не ели сладкого, слушались ее. Понимаешь, нет? Даниэль, успокойся, блин, что ты ноешь? Это же бред полный. Если бы у тебя был червяк, ты бы его почувствовал, он бы тебя через рот вылез. И нет, ты его выгадал. Все нормально, успокойся, блин. Да нет, вообще на самом деле красавчик, что ты весь урок мыл. Потому что тетя повела нас взять санстанцию, а там же очередь была огромная, помнишь? И просто целый день мы кайфовали. Я пошел, кстати, погулял, на фильм сходил. Кстати, классный фильм был. И поел еще в Макдональдсе. И еще не должна была быть контрольная, самостоятельная, еще практическая работа должна была быть, ее нифига не было. Так что Даниэль красавчик, лучше и на этом уроке тоже поной немножечко, чтобы она нас опять повела. Бери сам и но, я больше плакать не буду. Как не будешь? А ну, Даниэль! Смотри! Острица! Острица! Ах, нет, не ешь! Нет, помогите! Я вообще за не похожа была. Ладно. Второй этап. Острица! Она меня съест! Помогите! И все равно не похоже, я плакать не буду. Понятно. Придется самому как-то выкручиваться. Мамоньки, я еле добралась. Вот Арина. Пошла ж молодежь, никто места даже уступить мне не может. Все ноги на этой санстанции мне поотбивали. Я просто в шоке. Ну вот как так может? Паш, а ты? Ты же будущий мужчина, ты же будущий отец, ты же дедушка будущий. Почему ты мне даже ручку не подал? А я что, я ничего, я не должен. В смысле не должен, Паша? Ты понимаешь, мне тяжело просто, ты же даже не и ты говоришь о молодом поколении, типа ты уже такая большая. И в кино школьница. И в кино ты меня не взял, и в Макдональдс ты меня не взял, я же тоже кушать хотела. Кстати, в Макдональдсе было прям свежее все, там такое вкусное. Боже мой, Паш, да пошел ты! Вообще нельзя с вами вообще общаться! Дарина, тебе что, острицу не вытянули? Кого? Да нет, как мне ее могли вытянуть? Если анализ только сегодня придут. Отдай краску. Нет, Даниэль, отстань, это мой круассан. Фу, злобиха. Да походу это не одна острица, там целая тысяча. Да нет, 10 000 остриц. Дарина, это все из-за сладкого, потому что ты нас всех не угощаешь. А ты будто бы сам нас угощал, ты никогда нам ничего не давал. А ты вообще на себя посмотри, какой ты уже худой. У тебя глисты изнутри уже поели, ты сам уже как глист выглядишь. Вот у меня точно глистов нет. А вот у Пашки, походу, есть, по его виду. Кто тебя раздуло, как воздушный шарик, понял? Это все из-за того, что ты много кока-колы пьешь, газа. Ничего меня не раздуло. Вообще так модно. Я красивый. Там вы оба такие красивые. Вот, блин, только невоспитанные. Ничего даже помочь не можете. Даже элементарно руку в маршрутке подать. Я в шоке. Вот это поколение. Фу, Дарина, это же горчица. Она острая, блин, и горькая. Как ты это делаешь? У тебя и правда там, наверное, что в животе не так. Ой, Пашенька. Дарина, не делай этого. Ты себе язык попечешь, горло попечешь. Разговаривать не сможешь нормально. О, давай, давай, Дарина, съешь ты всю горчицу. Давай, давай, съешь ее. Паша, это просто идеальный вкус. Прям мурашки по коже. Фу, мерзость!
Добрый день. Добрый день. Добрый день. Что такие скучные? Веселее надо. День прогуляли вчера. В общем так, анализы пока не забрала, потому что они еще не готовы. Так что сейчас мы с вами, знаете что, у нас сегодня с вами родительское собрание будет. Ага. Непонятно с кем, конечно. Один мой сын, один мой племянник, а у одной родители непонятно где. То есть родительское собрание буду проводить сама с собой, я так понимаю, да? Соответственно, будете слушать вы, что я вам буду рассказывать. На повестке дня первое. Обучаемость наших учеников. Она у нас плохая. Очень плохая. Оценки у вас плохие. И, как вы понимаете, знания вы тоже не получаете. Второе. Поведение детей в школе. Соответственно, какое у нас поведение? Поведение еще хуже, чем оценки. Третье. Отношение к учителям. Она еще хуже, чем первые два пункта. Из-за этого родители, а вы у нас типа родители сегодня, я вас прошу заняться своими детьми. Понятно? Ой, Валентина Ивановна, а я своему сыну такое расскажу, чтобы он просто вот так вот приходил на уроки и сидел смирненько. Еще и по попе надаю, скажу, ай-яй-яй, как ты мог себя так вести? Ай, Юлия Ивановна, как приятно, что вы меня услышали. Займитесь поведением Павла, пожалуйста. Так, теперь мама Даниэля, слушаю вас. Да что вы говорите, это неправда. Он всегда хорошо учится, он золотой ребенок. Ему нужно все всегда покупать, что он говорит. Ивановна, вы через меру хорошо относитесь к своему сыну. Я считаю, вы должны отдать его на спорт, на вязание, на вышивание, на все, что можно, на землекопание, потому что успеваемость и образование вашего сына, а тем более вот это поведение с учителями, ужасное. Так что советую вам заняться своим сыном. Уважаемая мама Дарины, не помню, как вас там. А я что? Я ничего. У меня дочка занимается сама собой. Я занимаюсь сама собой, хожу в спортзал, в салоны. У меня все супер, у нее все супер. Она красивая, я красивая. Ну, у нас все хорошо. И ведет она вроде бы тоже характер, у нее ничего так себе, хорошенькая, учится. Плохих оценок в дневнике я не видела, потому что дневника вообще не видела. Но да, вообще, в принципе, все хорошо. Какая мама, такая и дочь, к сожалению. Так, родители. А сейчас у нас с вами будет вербальные оценивания детей. И второе, самое любимое, умственное. Это я должна была лаборатория звонить, а не главврач. Вы там ничего плохого не делали? Чего молчил? Тишина. Значит так, я помню, вам давали таблетки. Вы их все выпили? Да, я выпила. Я выпил, хотя она вообще горькая капец была. Да, конечно, я выпил ее. Дурак, я ее взял и выпил. Паша, если ты что-то начудил, то смотри мне. Это ненормально, что звонит главврач, понятно? Лаборатория должна быть... Заметите, станция главврач. Алло, я слушаю вас. Здравствуйте. Ты это мне? Результаты анализа? Проблемы? Я поняла, спасибо большое, до свидания. Говорит, это результаты анализа пришли, и у одного из учеников серьезные проблемы. Да ну, у меня точно нет проблем, поэтому это, скорее всего, проблема у Даниэля. В смысле? Нет, это у Дарины, после другого нет, ну туда и живот. Нет, неправда. У меня все хорошо, я таблетку выпила, и у меня ничего тут не живет. И это все я ем, а не червя. Значит так, я иду за анализом, сидите тихо. Это ужас какой-то. А не дай бог у нас какое-то заражение, я же со школы поставлю. Не дай бог! Капец, сейчас еще спать. Не дай бог, я не хочу еще в больнице лежать.
что мне еще доставали какого-то червяка? Не дай бог. Большой красивый треугольник.
обычно любой мишень делаем. Для начала нужно 5 сантиметров для одинаково нарисовать. Одинаково, нет? Нет. Сейчас будет одинаково. Возьми и померяй сантиметры. Да. Давай, сколько сантиметров у тебя? Тут? Да. 40 сантиметров, 42. Это у вас какой угол будет? Это будет у нас угол А. А, у нас угол как первая стена, да? А. Сюда. Сколько у нас получилось? 41 сантиметр. Давай следующий угол умеряем. АС. АС у нас угол будет... Тоже 40 сантиметров, потому что нам нужно ровный треугольчик. Ровный. А АС у нас будет 30... Нет, делай одинаково. 30. Делай одинаково, давайте до конца. И заканчиваем таким вот... И заканчиваем Б. Б. С. Угол будет это. Пиши, пожалуйста. Вытираем, неправильно.
А Б у нас ровная сторона. Я говорю ровная, ты на косую взяла треугольник. Дарина, самый маленький угол у нас ровный. Черт, я походу реально плохо. Да. Дарина, знаешь, вот это притворство я прекрасно знаю, что вы дома ничего не учите, потом ноете мне. Ой-ой-ой. Так, давай. Дарина, да я правда. Конечно, правда. Ровно у нас ровный угол. А Б рисую. Да ничего не плохо, знаю вас. Давай, давай, проводи. А, Б, так, нормально проведи мне. Тетя, я тебе два поставлю. Валентина Ивановна, я убью. Тебе еще раз проведи. Дарина. Отведи ей ведь пункт, тетя. Вот нарисуй ты рубальник, отведу. Давай, Дарина. А, Б, ровная. Не видно, говорю, если не проводи. Валентина Ивановна, правда, болит очень сильно. Ой. Ой-ой-ой. Знаешь, Даниль, походу Дарине реально плохо. Хотя, не, знаешь, по-любому она врет. Потому что помнишь вообще забавку? Я ей поверил, что она ничего не тырила. А оказалось как? Потырила все со мной. Короче, нет. По-любому врет. Молодец, посланец. Зато уроков теперь не будет. Знаешь что, Даниль, я бы на самом деле тоже хотел бы научиться врать, как она. Ну, прикинь, постоянно выкручивается из всяких ситуаций, еще и тетя в конечном итоге берет и хвалит ее. Ну, в любом случае, мы тоже выиграли. Не занимаемся, гуляем и кушаем. Полностью с тобой согласен. Ну, вы знаете, конечно, я была не права. Ой, у Дарины действительно проблем с животом. Не знаю что, но она забрала скорую помощь, да? Даже на каталке повезли. А с вами мы все равно продолжаем урок. Ваша круассан, Евгения сказала управление. Достали тетрадку и записываем дальше. Давайте, сторона АВ. Рисуем по новой. Ну, что с этим тетрадью, как вы достали? Все-таки урок будет. Что-то Дарина перетворялась. Больничку попала. Так. Записываем и зарисуем. Сторона АВЦ. А, Б ровно. Это что Дарина не сделала, у нас тоже ужасный мел. Могли бы учителю мел хотя бы купить. Кто там, ходите? Валентина Ивановна, здравствуйте. Ну, короче, у меня игрист ребеночек. Дарина, иди сюда, пожалуйста, у меня ноги от него. Ты беременная была все время? Посмотрите, девочка. Правда на Пашеньку похожа? Что мне теперь делать? Ой, маленькая девочка. О, мне при с кем играться. Будет ли она что-то учиться? Нечка, ей, наверное, еще рано. А вот я буду. Наверное, присяду. Хорошая мама. Хорошая Ляля и отвратительный папа. Паша плюс Дарина равно Вау.
Привет, Даниэль. Привет. Где мама? Я не знаю. Ты сука. Почему ты такой грустный? Ты же теперь счастливой бабочкой Риты. Паша плюс Дарина равно Рита. А чё она, Рита? И чё вообще там без штанов? Рита, потому что я её так назвала без штанов, потому что тебе нужно чем-то ребёнка кормить, у тебя денег нету. Да и вообще мне не доказано, что это моя Рита. Скорее всего, Дима просто Дарине подарок сделал в виде Риты. Ничего себе подарок, живой ребёнок. Мы теперь из-за неё ночами не спим. Ну то, что никто не спит ночью, это да, правда. Ну, знаешь, Даниэль, мне, похоже, придется серьезно поговорить с Дариной и тетей. Я поеду к маме. Ну вы правильно, за коровой, да? Маленькому ребенку нужно много молока. Да за какой коровой, Даниэль? Мне просто бы свалить отсюда, да подальше. Потому что мама меня пожалеет, поймет, накормит, напоит. А тут, блин, что, пеленки менять эти, а голову, ты говоришь, ребенок орет постоянно. Не зря я сказала, что ты плохой папа. Сбежать хочешь. Что значит плохой папа? Я вообще-то не папа. Конечно, ты не папа. Ты от ребенка сбежать хочешь. А вот Дарина молодец, с ребенком сидит. Знаешь, Даниэль, да мне самому еще папа и мама нужны. Ну, какой ребенок? Тем более в мои года. Ну вот пусть Дарина и сидит с ним. Ну, я порос, а теперь будешь со мной на уроки ходить. Будешь умная, как твоя мама. Привет, любимый. Чего ты с ним подождал сегодня? Какой я тебе любимый? Только ты чего? Он поздоровался с малышкой. Ты это кто вообще? Я не знаю таких и тебя это не знаю. Это наша дочтенька, зай. Какая? Это... Ты там где-то, блин, находила, нагуляла, а на меня все спихиваешь. Привет. Да, ладно, все, сиди, сиди. Да не солнышко тебе, я не папа, Дай-ка, понятно? Видишь, сегодня папа не настроение. Стань от меня. Моя шлашка. Ух ты, Даниэлечка, а что ты такое нарисовал? Это я с моей крошкой и с Пашенькой, мой любимый. Паша плюс Дарина равно Пума. Не правда. А что Пума? Не Пума, а Рита. Даниэль, ты гений. Рита, мое солнышко, теперь ты будешь Риточкой. Риточка, Маргариточка. Паша, теперь нашу зайку зовут Риточка. Супер. Пусть она и Рита, но не моя точно. Не зайка я тебе, я уже сказал. Зайка, ну не кричи, ты Риточку разбудишь. А если ты ее разбудишь, она потом не уснет и будет капризничать, потому что не выспалась и не даст мне нормально выучиться. А ты, кстати, зайка, уж на работу должен тени учиться. Деньги-то откуда-то ж надо брать. Ничего себе, Пашке повезло. И не будет учиться, и будет деньги зарабатывать. И сможет покупать себе, что захочет. Да нет, ты что, не понимаешь? Даже если я пойду, блин, на работу, я буду зарабатывать деньги, и это все будет на эту Яечку, которая даже не моя. И вообще, понимаешь, я учиться хочу теперь, понял? На самом деле, я хочу учиться, и тетя на самом деле была права, что лучше учиться, чем работать. Зайка, ну, денежки уже нужно зарабатывать, понимаешь? А учиться ты тоже можешь, но просто заочно. Ну, может, дистанционно. Нет, лучше заочно. И будешь зато работать и денежки получать. Ну, классно же! Снимем себе отдельную квартиру. Будем малышке много-много вещей покупать. Дарина, ты понимаешь, что я работать не буду? Ты меня задолбала, этот ребенок по-любому не мой. Я вот, ну, правда, учиться буду лучше. И тете скажу, что я буду лучше учиться. Или вообще домой уеду к маме. Не доставай меня своим ребенком. Да что ты такое говоришь? Ну, посмотри. Рита же такая же почти, как ты. И волосы такие же. И даже глаза. Кстати, Даниэлечка, ты правильно подметил. Все так говорят. Ну, копия ты и я. Кстати, Зай, а какая у тебя группа крови? У меня 10-я группа крови. Отрицательного ретуса. Так такой группа крови не существует. Есть только 4. Вот у меня 2-я. А, я поняла. У тебя 1-я. Нолик просто брать и получается 1-я. Кстати, у Риточки тоже 1-я отрицательная. В общем, Дарина, я тебе ясно дал понять. Не моя это Рита. Ну даже если моя, то это не моя. Не нужны мне дети, я еще сам ребенок. Паш, ну нельзя же ругаться при ребенке.
вообще на меня не похож. У меня глаза голубые, а у меня карие. Ну, потому что у меня светлые глазки, Паш. Вообще не знаю, какого цвета у тебя глаза. Брови твои, волосики. У нее нет бровей еще, она слишком маленькая. А волосик, смотри. Блин, Дарина, отвали, знаешь. Подержи, Паш. Нет. Ой, Боже. Отстань, ты с моими глазами видят, что вообще видят, я не знаю. Отстань. Паш, не ругайся при ребенок, я тебе говорю. Отстань, подержи просто. Нет. Боже, все вы такие папы в начале. Боитесь даже ребеночка на ручку подержать. Так. О, Боже, здесь это хорошо. Здравствуйте, Анна Ивановна. Привет. Короче, я договорилась с вами. Не перебивай, секундочку. С вами проведут как с молодыми родителями специальную подготовку, чтобы вы умели ухаживать за ребеночком. Да, чтобы Паша научился правильно держать, правильно мыть, чтобы головочка не падала в ребеночка, чтобы все правильно, пальчики не дали, не поломали. Что? Одевайте правильно. Класса, Пашенька! Так что все нормально, не переживайте, я понимаю, что это не вовремя, ну что сделаешь уже, ребенок на руках. Я же сказал, я не папа. Анечка Ивановна, знаете, как вы меня назвали? Уже имя придумали? Да, Данилечка, по-моему. Мы назвали Рита, Маргарита, и у тебя красивое имя. Рита, Тогда Паша похожа. Да не похожа, с чего взяли? Что она похожа? Она вообще не кого. Паша, у тебя действия, когда ты только одна, тоже придумала глаза. Серьезно? Неправда. Вы думаете, что вы сейчас меня... Ну зачем бы я на своего племянника наговаривала? Да блин, все, оставьте меня. Не любой вам не пал. Могли бы учителю мел хотя бы ходить. Кто там, ходите? Валентина Ивановна, здравствуйте. Ну, короче, у меня игрист ребеночек. Вина. Иди сюда, пожалуйста, мне нужны ноги от него. Ты беременная была все время? Посмотрите, девочка. Правда на Пашеньку похожа? Что мне теперь делать? Ой, маленькая девочка. О, мне при с кем играться. Будет ли она что-то учиться? Нечка, ей, наверное, еще рано. А как я буду? Наверное, присяду. Злой Паша кричит на грустную Дарину, которая держит ребенка, который его не видно, который плачет. Паша уходит за молоком. Thank you.
Паш, ну ты нормальный ж вообще. Даже и поздоровался. Даже ни одной конфеткой не угостил. Так я не нормальный. Какой я нормальный? Я, блин, слушай, какая вообще, блин. Прикинь, мне мама отказала, чтобы я приезжал. Говорит, чтобы я дворить меня. Ну так правильно и сказала. Она ж теперь бабушка. Родители должны нянчить своих детей. Нет, я же сказал, я не папа. Да нет же, Паша, ты папа. Да и вообще, я про вас уже семейный комикс рисую. Вот, иди посмотри. Что ты там нарисовал? Ну вот, смотри, это ты кричишь на Дарину с ребенком. Почему у меня слюни сорта? Потому что ты кричишь очень сильно. Вот. А дальше ты уходишь. Дарина опять грустная, ребенок плачет. Ну, вообще, второй сюжет просто... Ну, конечно, я злой, потому что ты не мой ребенок. Он да не, вообще, ты фигню рисуешь. Почему? Мне не нравится, что рисуешь. Ну, вообще, не рисуй меня здесь. Рисуй, кого хочешь, только не меня. Понял? Я буду тебя в любом случае рисовать. Нет, потому папа. Что я не папа. Да нет, отстань, все. О, папочка, ты уже тут? А ты молочко за ней купил? Нет, вот, купил молоко. В смысле? Ты купил на эти деньги какие-то конфеты? Паш, ты даже не подумал о том, что наша малышка останется без молока. Во-первых, не наша, а твоя. И вообще, что ты в моей куртке ходишь? Ну, потому что моя курточка на меня уже не налазит. А новую ты же покупать мне не хочешь, поэтому приходится одевать твою. Заработаешь денежек, купи мне курточку, малышке новую курточку. Тогда будем все красивые и нарядные. То, что молоко, конечно, ты мне купил, это плохо. Ну ладно, зайка, я не хочу с тобой ругаться. Давай так, ты сейчас просто пойдешь, сходишь в магазин и купишь еще молочка для малышки, хорошо? Моя зайка. Ну а что, я схожу за молочком, только чуть позже. Ну. Хорошо, что я уже покормила ребёночка, пойдёшь, ладно, сходишь чуть позже. Пойдём, мы заглянем. Я собираюсь пойти за молоком, ну, чуть-чуть далеко, конечно. Дождусь тётю и всё, и пойду. Паш, а что далеко? Магазин с молоком у нас рядом есть. Дарин, смотри. Что там? Вот, я комиксы про Назар. Ты представляешь, про нас комиксы рисуют. И что там нарисовано? Паша, мы с тебя кричим, то, что это ребенок. Нет, Риточка и Флора. Так, а дальше? Паша уходит за молоком. Ты в депрессии. Ничего, мы справимся. Зайка уйдет и придет. Потом, потом он бежит. Куда бежит? К тете. За молоком? Ничего, пусть бежит куда хочет. Все равно его остановит. Да, зайка моя? Да, моя хорошая. Пойдем. Нет, это, короче, нарисуй не как я к тете бегу, а нарисуй как я просто далеко-далеко-далеко бегу и не возвращаюсь. Не, я так не могу рисовать. А то комикс слишком быстро закончится. Мне не про что рисовать. А так тебя полиция заберет обратно. Да нет, ну ты нормальный, чего это меня полиция заберет? Ты же ничего плохого не сделал. Я просто бегу, спортом занимаюсь, а ты никому не рассказываешь, что я далеко бегу. Моя красавица. Такой румянец на щечках. Моя сладкая. Обрубки какие густые. Копия нас. Вот просто копия. Носик, курносик. Ну, папа, правда, не курносик. Ну, а вот ушки точно у папы. Точно у папы нужно, да? Моя сладкая, моя булочка, моя хорошая. Всем привет, семья! Здравствуйте. Привет, мама. Привет, мама. Это что такое? Это он, блин, деньги так потратил на конфеты. Я должен был молоко купить. Паша, представляешься? Вообще-то теперь ты для себя должен был. А ребенок? Нет, у меня все. Встань. Ты, Саня, что ты такое рисуешь? Комикс про них.
Вот Паша кричит на Дарину, ребенок тут плачет. Потом Паша уходит за молоком, ребенок еще сильнее плачет. Дарина в депрессии. Паша бежит к моей маме, точнее к тебе. Ну, он стучит в дверь, ты открываешь. Тут это он говорит, что произошло. Ты потом его выгоняешь из дома за это. Ну, потому что он себя очень плохо ведет. Ой, не, ну вообще-то, знаешь, интересно получается у тебя. Мне нравится. Это как семейная жизнь с молодой парой. Дарин, иди ко мне. Мы с тобой сегодня пойдем, я понимаю, что ты принесла очень много. Косметолог, сходим с тобой в спа. Класс, класс, спа, класс. Да, а спа. Куда Риточку? Риточка то будет с папой. Паша, ты сегодня будешь с малышкой. Чего? Да, с малышкой. Нет, не за что, не за что, не за что. Ну что значит не за что? Паша, она отдохнуть, у нее стресс после этого будет. Как это? Сами сидите, без собой перейти, у нас послал разрешает эта девочка, что она, что Рита девочка. Ничего, что она еще с тобой. На, подержи. Нет. Паша. Да не хочу я быть папой, что с того? Что вы сделаете, бесите? Да я сладь, моя хорошая девочка, моя дорогая. Чисти, чисти, зайка, давай, бери так. Давай, так быстрее, зай, ну ты чистишь уже, только второе яйцо начал чистить. И что? Пашка заметает, листья гребет. Семейная жизнь началась.
Ну, солнышко, ну давай же ты быстрее. Ну что ты вот тут как черепаха? Давай, чисти, чисти. Сама сейчас чистить будешь. Да нет, не умничай. У меня вообще-то ребенок. Ты будешь с ребенком сидеть, значит, нянчиться, понятно? Кстати, да нет, ты вообще знаешь, что недавно произошло? Да. Что? Моя мама догнала Пашу. Ты знаешь вообще, где бегал этот Паша? На стадионе. Да на каком стадионе? Даниэль, да там такое было... Что? Аккуратно, аккуратно. Ты даже представить себе не можешь. Паша погнал вообще в какой-то лес, в гору, я не знаю, где он. По какой-то трассе, то возле школы, по магазинам. Везде, где он только не был. Я тебе отвечаю, Даниэль, это просто хорошо. Я не знаю, как твоя мама вообще его, в принципе, догнала. Привет. А что ты вообще хочешь здесь? Это же Воя тут. Ты забыл? Я вот сейчас вижу, ты так хорошо зарабатываешь. Миллионером был, ты говоришь? Вообще-то я так разминаюсь. У меня разминка такая. Кто-то гантелями там пашет, а я вон, граблями. Сюда. Кстати, хорошо помогает, мышцы качаются. Разминается он так. Богатым был. Наверное, листья собираешь и продаешь. Вообще-то, это тайна была. Ну, раз уж ты раскусила меня, то можешь мне помочь, в принципе. Давай ты тут позаметай, а я пойду сдам. Сам иди сдавай свои листья, а я просто постою, посмотрю. Видела я таких миллионеров. Ты вообще не представляешь, как я здесь зарабатываю. Я уже столько листьев понасобирал. Я тебя мог, знаешь, на чем прокатить? На люкс-машине. На отличной машине. Или еще лучше, на Мальдивы слетать могли. А ты просто стоишь и смотришь. Насчет Мальдив хорошо придумал. Ты вот тут заметай, и я пойду за купальником. Ясно. Походу не привелась. Нет, ну, Валентина Ивановна, конечно, все равно молодец. Догнала Пашу, во-первых. И во-вторых, все-таки заставила его здесь остаться. И теперь Паша будет с нами жить, да, Риточка? Он остался по другой причине. У него мама забрала паспорт и денег. Да не, зайка, он просто все-таки любит меня, но он просто перенервничал немножечко, ну, испугался, ну, такое бывает иногда, понимаешь? А, да, он правда любит, мы друг друга любим. Да, ну, зай, ну, ты же не знаешь, все, это правда, я тебе серьезно говорю. Ну, вот, видишь, он сейчас листья там гребет где-то там, не знаю, где-то тут. Ладно, Даниэлька, ты тогда чисти яички пока что, а я пойду муглу покормлю, хорошо? Ты лучше за Пашей, а то сбежишь. Да не сбежит, куда он денется, а? Ладно, я пошла тебе кормить. Ходя, моя бусинка. Короче, задолбало меня это. Даже позавтракать не успел. Стоп! А я тебя помню. Ты тогда все мне кроссовки вымазал. Ты что, тут тоже живешь? Что значит тоже? Я тут уже почти год скоро буду. Тут и не только я, тут и моя мама, и Паша, и его жена Дарина с Ритой. Так это Паша. И вот эта вот девочка, которая с ребенком на руках. Они женаты? Ну, вообще не женаты, но Паша подарил Дарине Риту. Так хорош, Паша миллионер. Мне говорит, за купальниками идти на Мальдивы, а другим девочкам Риты дарит. А ты ему кто? Кто-кто? Я ему двоюродный брат. Да я вообще не верю ему, он вообще бомжевал в коробке, он столько уже обманул. Да знаю я, что он бомжевал в коробке. Слава богу, я на него не повелась. Что, Даниэль, сидишь, как всегда, ничем не занимаешься? Только, блин, Паша пашет. Не чтобы нормальность. А Дарина где с Ритой? Да она пошла кормить ее. Чем она пошла кормить? Каша еще даже да не готова. Да я откуда знаю. Как всегда. Вот бы меня кто-то покормил. Если будешь себя так плохо вести, вообще тебя там закроем. Понятно? Я попрошу у Валентины Ивановны ключ. Блин, закроем. Дарина, я же тебе сказала, куда ты пошла? Да Валентина Ивановна. Ну давай, я там папа... Паша, он там в доме, если что, сидит. Валентина Ивановна, только он же может убежать. Ну, куда он убежит? Я же сказала, документы у меня, денег у меня нет. Куда он убежит? Ну, не знаю, ну опять начинает где-то тут бомжевать. Господи, я
не начинай, никуда он не денется. Сейчас он перебесится, все будет хорошо. Пошли, потому что каша уже остывает. Да, покормить надо маленькую, а то она же капризничает. Ты посним поласковее, ты же понимаешь, ты кричишь, от этого лучше точно не станет. Валентина Ивановна, как я могу иногда быть поласковее, когда... Ну правда, вы же сами должны меня понять, когда он меня выводит из себя. Он выводит, потому что он не понимает ответственность. Все будет хорошо, успокойся. Интересно, куда этот миллионер собрался уже? Ой, Дариночка, ты знаешь, вот если бы ты меньше нервничала, то, может быть, сама кормила ребенка, а не кашу варили. Ты все из-за Паши, потому что Паша просто на мне нервы трепает. Я же не могу. Я тебе говорила. Ты же знаешь, что ребенок-то не виноват? Не виноват. Вот Риточка что, должна теперь кашу эти кушать? Ну... Давай, успокаивайся как-то. Открывай, давай, потихоньку. Мы здесь уже сварили эту кашу, все нормально. Аккуратно. Ну что, твой братик снова убежал? Ага, а я Дарину предупреждал, что он сбежит. Ну ничего, я за ним прослежу. Покормит. Дарину и Риту она, значит, кормит, а меня нет. Да все уже, я уже не маленький. Сам себя покормил. Ну, успокойся, ты хороший. Это же так наелась, Валентина Ивановна, вы не представляете. Я так хотела эти блинчики с шоколадом и бананом. Я их так давно не ела. Вкуснятина. Дарина, она наелась, молодец, сейчас Риточку спать, поняла? А сама за уроки. За урок, да. Учиться надо. Вот дальше что делать? Да, учиться. Образование в обязательном порядке, поняла? Да, да. Все, и Паша тоже с кашку садится за уроки. Хорошо, да. Да, моя сладенькая. Данилька, я сейчас приду, покормлю тебя. Все спадки. Все, чуть-чуть. Да. Аккуратно, чтобы не срыгнула. Нормально. Не, нормально. Дарина, значит, домой провела, она меня даже не посмотрела. Мама, покорми меня. Нет, я же слышу. Маленькая, она же вообще совсем маленькая. Дарина вообще еще ничего не умеет. Пошли. Покормлю тебя. Проголодалась. Нормально так, говорит, денег нет. Куда собрался? А ты что тут делаешь? Я? Я за тобой смотрела. Да я вот... Понимаешь, вот видишь, долг забрал, мне дали люди долг, в принципе. Вот ты говорила на Мальдивы, вот я насобирал этот долг, забрал у людей специально, чтобы полететь на Мальдивы, да. Веришь же мне, да? Я верю. Ну, то да, вот. Все, на Мальдивы, да, ты брала там то, что надо, купальник, там, все это. Давай. Пойдем. Давай, я подержу, давай. Да нет, давай, да все нормально, я просто так ложу и все. Сейчас. Да, не выпадет, не бойся, господи. У меня аж спина пропустила. Давай. Аккуратно. Отлично. Идем. Не потерял ничего? Да нет, все на месте. Хорошо. Валентина Ивановна! Валентина Ивановна, вы где? Паша опять сбежал! Ну что, летим? Да, летим. Только куда погнали? Нужно вещи мне собрать, и документы, все дела, я сейчас быстро... Ну давай, только быстро, давай. Быстро. Интересно, куда это ты собрался? Еще и быстро. А деньги с документами откуда? Откуда деньги? От верблюда. Отстань от меня. И вообще, ребенок не мой, я тебе сказал уже. Ну, наконец-то, да? Доволен? Да.
уже эти развлекательные центры мне. Ой. Пристегивайся. Жалко, конечно, что больше никто не может с нами поехать. Ничего, деньги сэкономлю. Ага, ну, конечно, жалко будет. Мне одному будет скучно, типа. Но надеюсь, когда-то познакомлюсь. А там бургеры будут? Ой, да нет. Будут тебе и бургеры, и хот-доги. Только не сегодня. Сегодня у нас по плану с тобой развлекательные действия. То есть прыжки на батуте. Понятно? И тому подобное. Потому что что у нас? Фигура-то как-то не туда чуть-чуть уже пошла. Двигаться нужно. Так что бургеры чуть-чуть попозже, китсюнчик. Хорошо? Я быстро, сейчас. Ну, мам, ты обещала. Я хотел бургер сырный и фирменный ихний. Давай хотя бы в веранде возьмем бургер. Только не говори, что ты с этой лохудрой собрался. Так еще и лететь. За деньги Валентины Ивановны, между прочим. Данелия ясно сказала, сегодня у тебя спорт. Ну, во-первых, она не лохудра, а очень красивая девушка, в отличие от некоторых. А куда я собрался, тебе не должно быть интересно, ясно? Ну что там собралась, ты где? Короче, все, мам, я не согласен. Вези меня обратно, я в телефоне хочу сидеть. Данель, значит так, я ссориться с тобой не хочу. Телефон у тебя и так всегда с тобой. Можешь в машине пока поиграть. Договоримся так. Ты скачешь час на батуте, и потом я тебе возьму, ну, давай наггетс. А, ну, тогда согласна. Только за час это еще картошка фри, сырные палочки, котлеты по-киевски и пицца. Господи, Даниэль, за вот то, что ты перечислил, тебе надо не час скакать, а 24 часа. Это в лучшем случае. Все, или наггетсы, или больше ничего. Понятно, возьму тебе суп, если будешь так себя вести. Да все, все, я согласен на наггетсы. Бургеры могу и сам себе купить. Ага, значит, в отличие от некоторых. Секундочку. Я сейчас Валентину Ивановну наберу. Ну, где ты? Ну, давай быстрее. Габриэла, быстрее. Мы сейчас придем, прием, прием, никуда не полетим. Давай сюда. Пошли. Пошли. Я тебе говорю, со мной не пропадешь, потому что сейчас на Мальдивы слетаем. Так, Валентина Ивановна. Ага. Ничего, Пашенька. Алло, алло, Валентина Ивановна, алло, 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 слышите? Слышу, да. Валентина Ивановна, вы знаете, что случилось? Паша сбежал опять. Знаете, с кем? С той вот малолеткой, вот той вот, которая, помните, которая что-то сказала, то, что у нее там парень пробрался. Дарина, нет, ты прерываешь меня, может, Валентина Ивановна, пожалуйста, можете срочно сюда? Да, да. Паша сбежал с какой-то девкой. Да не могут сбежать дети и паспорт спрятаны в сети. Он нашел. Так, подожди. Не выдумывай, Дарина, все, ты не мешай, сейчас за рулем. Да Валентина Ивановна! Так а как? И что делать? Тихо, тихо, моя сладкая. Сейчас вернется папа, сейчас придет, не переживай, моя хорошая. Так, стоп. Я забыла купальник. Купальник? Давай я вернусь. Нет, стой. Сейчас уже никто не возвращается. Да? Купим тебе купальник на месте. Ага. Пошли. А шлепки? Шлепки. Да и шлепки тебе купим. Пошли. Идем. Знаешь, стой. Что? Да идем, говорю. Мама, мне предупреждала, что всегда перед вылетом нужно покушать. Покушать? Да. И что, ну, по пути купим хот-дог тебе, пошли. Нет, в ресторане. Я хочу в ресторане. Какой ресторан? Я не хочу, чтобы мне было плохо в самолете. Да идем, ладно, в тот ресторан уже. Даниэль, или ты сейчас молчишь, сидишь, или я действительно отвезу тебя домой, но ты там уже будешь заниматься уроками, понятно? Так что советую тебе сидеть тихонечко. Идем, проходите. Спасибо. Пожалуйста. Ничего, зайка. Сейчас мы найдем папоньку твою, да? А Валентина Ивановна зря не поверила, что украли ее деньги. Так, не переживай, моя хорошая, не переживай. Все будет хорошо. Да, моя сладкая, никуда твой папа не денется.
Ну что, садимся. Так, давай здесь сядем, ближе к чемоданам. Нет, нет, нет. Что нет? Давай так. Давай, вот там камин, там нет. Что? Давай там сядем. Поближе. Какая разница, где сидеть? Ну там будет теплее, пошли. Есть приятнее возле камина или что? Да. А стул отодвинуть, пожалуйста. Что отодвинуть? Стул, нет. Давай, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Где официант? Где находится, блин? Никуда мы. Потому что мы успеем, мы так никуда. Успеем, не переживай. Сейчас все обломается. Успеем. На самом деле, знаешь, я тут вообще никогда не был. А я тут очень часто, честно, очень вкусно кормят. Прям очень. Мы тут с родителями каждый вечер тут собираемся, кушаем тоже возле камина. Офигеть. В ресторанную он ее, значит, позвал. Так еще хватило ума на территории сводить ее. Я в шоке просто. А вот меня, зайка, он ни разу в ресторан не звал. Добрый день, я снова к вам пришла. Добрый день, рады приветствовать вас в нашем ресторане. Вообще-то, можно и побыстрее. Вообще-то, вы у нас не единственный гость. Ничего, можно было все равно побыстрее. Будем стараться. Так, это нет, это долго. Салаты всякие, нет, нафиг. Ну, так, так, долго. Вот это. Так, сосиски выдверни. Давайте две штуки. На вагу. Интересно, это сколько вообще выйдет на вагу? Я не хочу сосиски, я хочу салат. Салат, так, невеста. Тут, так, филе, яйца, грибы, кукурузы. Так, еще. Ага, еще салат королевский. Ага, огурцы тоже, грибы. Так, еще я увидела у вас, я вас ела, стейк, свинины. Какие салаты? Ты вообще цены видела на это все? Тут, блин, нет, салаты точно нет. И ты говоришь стейк? А ничего, что стейк стоит, блин, по 400 гривен за штуку. Это вообще, блин, в канал. Нет, берем две сосиски и, пожалуйста, салат ассорти из овощей. Все. И либо берем это, либо уходим. Ну ладно. Но только не салат ассорти, а просто будет ассорти с овощей. И не сок. Мультифрукт, пожалуйста. Короче, определились. Все, что сказали, только побыстрее. Ага, постараюсь. Габриэла, я тебя очень прошу, давай побыстрее поедим, чтобы быстрее уже уйти. Сосиску я долго есть не буду. Надеюсь, на Мальдивах ты так жадничать не будешь. Слушай, там видно будет. Ты еще мою тетю не знаешь. Давай сначала уедем. Ты так говоришь о своей тете, как будто она какой-то изверг. Вообще, ну, какая должна быть тетя, чтобы так ее бояться? Я вот, например, никого не боюсь. Ну, наконец-то, давайте быстрее. А что это такое? Почему тут так много сосисок? Я две заказывал. У нас подают только килограммами. И почему два... Да, все хорошо, спасибо большое. И почему это два что? Стакана? Я один мультифрукт заказывал, вы... Все хорошо. Давай. Никакого чая вам не будет, понятно? Ну и ладно. До свидания. Офигеть, Риточка, посмотри, сколько им сосисок принесли. Я тоже уже кушать хочу. А мне гад ни одной сосиски не купил. Габриэла, давай быстрее. Так. Да я быстрее пытаюсь, сейчас подожди. Ну, говорю же, нужно кушать, хорошо покушать перед тем, как нужно лететь на самолете. Понимаешь? Да ты, девочки так не едят, ты вообще не экономная. У меня, блин, денег от тебя не хватит. Ты говорил, побыстрее кушать. Я стараюсь, мама сказала, чтобы я не ходила голодная. Паша, да она жертяйка! Да она все деньги наши прожрет! Ты тут уже! Подумайся! Ты реально много ешь, а ты иди отсюда! И вообще, знаешь что, Габриэла, иди домой лучше! И сама рассчитаешься, блин, много ешь! Реально денег тебе не хватит, пока! Не, нормально вообще? Так тебе и надо, дура! Паша! Ну где он есть? Мне уже ждать надоело. Даниэль! Ну наконец-то! Артём, иди сюда! Бачу, иду. Позирай, какую игру взял. Это что, футбол или баскетбол? Ты
просто мне вообще скучно. Хорошо, что ты приехал. Да тут у тебе так тихо. Бачу, никого нема. І ти ще так вже заскучав. Да реально, скучно тут вообще. Даріна з ребенком. Паша збіжав, мама злиться. В смислі? В Даріні дитина ся появила? Да это Паша в Даріні подарив ребенка Ріточку. Вона мені спать не дає. Так а Паша, де дійся? Даріна сама з дитиною тепер. Ну чому сама? Я їй допомагаю, мама допомагає. А Паша на Мальдиву улетел. Да капець, у вас жах тут все творить. Ну давай уже грати игру. Короче, да ну их уже. Давай, короче, просто будем играть. Я тебе за фиолетовых. Ну давай уже складывать. Значит так, позирай. Треба всю штучку якось так знову. Ага. Це треба отак. Тепер це треба закріпити отак. О, і все, ти готовий. Ну давайте ми тим боком це зробимо. Так. О. Давай. И вот сюда. Угу. Вот так. И так. Так. И вот так. О, все. Давай. На 0-0. Какая шанс без пути? Данилька, а с кем это ты? Ко мне Артем приехал. Мы в баскетбол играть будем. Ну, смотри. Давай попробуем это с шариком. Ага, он дуже замалий. А вот цей більше мали. Трошки. Попробуй бумажку. Вот цей вообще долетает. Ну, конечно, классно. Мы там друзья приезжают, они гуляют. Я одна. С Риточкой сижу. Эх, Паша мне не помогает. Валентина Ивановна все так круто уехала. Ничего, зайка, справимся. Дарина очень удивилась, что я сюда приехала. Она меня точно не ждала. Молодец, конечно. Сама доехала так далеко вообще. Как мама тебя отпустила? Это же поезд все-таки. Ну да. И как тебя проводник, нормально встречал? Да. И чаем, небось, угощал? Да, такой красоте. А ты знаешь, ты с Дариной очень похожа. Единственное, что она... Во! А ты во! А ты знаешь, что у Дарины ребенок? Нет. У нее дочка теперь, с Риточкой. Ого. О, да. Ты удивишься, но она тоже похожа на вас. Все, да. Я Миня. Миня. Все. Миня, вижу. Все, Миня. Игрок не дай. Все. Нет. А, все, стоявлено. 9-3. Все, 9-9. Нет. Нет, 10. 11. Нет. Ну, вообще-то я тоже играть в настольные игры умею. А сами, между прочим, могли с Риточкой посидеть. Между прочим, я, кстати, чемпион в таких играх. Как дела? Нормально, а тебя? У меня тоже. Блин, я так уже устала здесь и там. Ну, наконец-то хоть кто-то ко мне приехал. Ой, господи, ну, наконец-то Дарина с этой депрессии выйдет. Вы там пообнимайтесь, я вещи пока распакую. А ты кто такая? Я не знаю. Да не смотри туда, зайка. Посмотри. Ой, какая хорошая. Это Риточка. Кстати, на тебя похоже. Конечно, ты моя доченька. Ну... Не совсем на меня. Я думаю, на папу больше она похожа. А где тогда папа? Зайка, ну, папа, понимаешь, за хлебушком ушел. Скоро вернется, вернется. Это, наверное, Дарина сестра. Да, точно. Интересно, насколько она сюда приехала?
Думаю, ненадолго. Мой хороший. Да, зайка, не выглядывай. Тут мальчики там сидят. А как ты здесь вообще живешь? Тебя так давно не было. Зайка, я тебя тоже так давно не видела. Так соскучилась. Да ничего. Все хорошо. С Риточкой постоянно. Приходится кормить, с ней гулять, поить, в туалет. Ну, тяжело. Ну, так, в принципе, нормально. А там, в том домике, то Данилька сидит, получается, с Валентиной Ивановной, с которой ты приехала, и кто там? А, и друг его краш. Ладно, пойдем, зайка, поиграешь с Риточкой. Пойдем. Заходи. А ничего, так симпатично. На Дарину похоже. Да похоже. Похоже. Да похоже. 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 Похоже! Это не ваш документ. В смысле не ваш паспорт? Так. Извините, пожалуйста. Блин, это Дарин паспорт. Вот я дурак. Давай, Зайка, разбувайся. Чувствуй себя как дома. Я за тобой так соскучилась, давно тебя очень не видела. Моя ж ты рыбка, я тоже уже так скучала за тобой. Сейчас мы будем маленькую мою переодевать, раздевать. Да раздевайся, что ты, зайка, стоишь. Иди ко мне, малыш. Моя хорошая, как там мама? Все хорошо? Да, ласка. Там тут тоже потихонечку. Ну что сказать, папа немножечко как бы у нас... У него проблемы с головой. Смотри, какая малышка. Моя хорошая. Хочешь подержать? Боишься? Да. Моя хорошенькая. Давай руку. Ой, тебе как. Да по. Хорошо, что мне хотя бы полиция не забрала с таким раскладом, блин. Нет, ну это что в голове надо иметь? Прийти, блин, с паспортом чужим. Это капец. Головой надо думать просто. Ничего не попало. Ты, кстати, вкусно пахнет. Надеюсь, тетя меня простит. Хотя, точно простит, я же с Дариной помирюсь-то и все. В машине никого нет. А давай цифры вгадывать. Давай. Давай. Ну что вы, ребята, как ваши дела? Нормально. Видели сестру Дарины? Да. Даша, мама, красивая такая девочка, вообще умная. Что, мама? Можешь постирать его вещи. А просто он упал, на него мама будет ругаться. Артём, ты нормальный вообще? Не, конечно, могу постирать, но так они же не высохнут. Я все равно. Все равно? Постирать. Ужас. Короче, я сейчас обед готовлю. И зову вас, и познакомитесь с Дашей. Ура! Хорошо? Все, играйте. Ну, ладно. 95. Нет. 80. Сейчас пойдем, зайка, покушаем. Заодно маленькую покормим. Хорошо? Хорошо. Ой, а что ты будешь кушать? Ну, не знаю. Это что, он? Дарина, прости меня, я был неправ, я понял, что ты мне нужна. Эти цветы для тебя. Паша, это мне. Паша, я хоть и злилась на тебя, но я тебя прощаю. Спасибо, Дарина, ты не представляешь, я реально был неправ. А это кто? А я Дарина, сестра, теперь я буду жить с вами. Я так рад! А тетя где? Да Валентина Ивановна кушать готовит. Блин, она теперь так будет рада. Наконец-то мы завновим нашу большую семью. Я очень рада, Вашенька. Ловы, Даниэль! Давай, блин! Едем! Вообще! А, не попал!
Лови. Давай ще раз. Против, я просто не знаю, как себя вести с маленькими детьми. А если она начнет плакать, я не знаю, что делать. Дашка, в принципе, ничего не нужно будет делать, если она заплачет. Смотри, там у нас в номере есть соску Даши или эту бутылочку с молочком. Ну, либо так покатаешь, там на ручках, в колясочку посадишь, не знаю, ну что-то придумаешь, там песенки ей попоешь. Нет, вообще, в крайнем случае, в принципе, есть Валентина Ивановна, поэтому, если что, вдруг что-то случится, то сразу идешь к Валентине Ивановне и говоришь там... Что-то проблемка. Дарина, я, конечно, не против, но... Нет, я против. Да в смысле, Даш, да почему? Да тут же, ну, ничего сложного нет. Ниточка у меня спокойная. Ну почему? Нет, ну ты ж моя любимая сестра, ну почему ты меня не понимаешь? Ну я же только с Пашкой помирилась. Ты вообще понимаешь, что было? Ну тебе лучше этого, конечно, не знать, ты еще не доросла до этого. Но просто пойми то, что Паша и я... Мы немножечко были с ним в ссоре. Он там немножечко с другой там был, там где должен был немножечко улететь, но не улетел. Короче, неважно, не в этом суть. Зай, ну пожалуйста, ну ты же знаешь, как сильно-сильно я тебя люблю. Я же во всех ситуациях выручала. И конфетки тебе покупала. Ну, солнышко, любимая моя, зайка, моя булочка, моя самая-самая лучшая. Ну, пожалуйста, ну посиди, Светочка, пожалуйста. Дарина, мама должна быть всегда рядом с ребенком, а я хочу с мальчиками погулять. В смысле, с мальчиками уже? Я тебе так скажу, как все-таки родная сестра, не стоит, а то с подарком будешь тоже ходить. Знаешь, Дарин, я лучше с мальчиками поиграю в мячик. Они так весело смеются, а ты сама с ребенком будь. Ну что, Дарин, ты собралась? Мы едем или нет? Конечно, едем, Пашенька, конечно. Даша посидит с Литочкой, да, Рит? Нет, я не буду. В смысле? Будешь, давай, бери. Нет, не буду. Будет она сидеть. Давай быстрее, я с Пашей еду. Давай. Идем, Пашка! Зарина, только предупреждаю, это эконом путешествия. Хорошо, да мне все равно, погнали. Куда? И что мне с тобой делать? Потом, и когда будешь плакать, я тебя положу и все, будешь сама. Хватит бежать, я только проснулся, ну Дарина. Ну Пашка, у меня такое хорошее настроение, наконец-то. Мы поедем форель ловить. Фу, форель, сильно дорого форель. Ну ты же мне сказал, что мы на форель поедем. Да нет, я тебе говорю, эконом путешествия, потому что очень дорого. Форель очень дорого сейчас стоит, если ты не знаешь. Ну тогда может просто покушаем форельку. Блин, вообще знаешь, что дождь начинается, даже не знаю куда. Нет, туда мы точно не поедем. Ну вот, заодно, видишь, зайдем в какое-то заведение, покушаем форельку, возьмем, не обязательно ее ловить, можем просто ее покушать. Мы не будем ее есть, она очень дорогая, ты не понимаешь, у меня нет таких сбережений. Мы будем гулять по городу. Я знаю очень классное место, кстати. Там есть памятник, еще один памятник, и цветов много, кстати. Классное место, мне понравилось. Ты сейчас про что? Ты про кладбище? Какое кладбище? Да нет, просто красивое место. Паш, ну а как же? Что? Ну не нравится, блин. Что ты сделаешь? Нет денег у меня. Ну хотя бы зайдем куда-то погреться, посидеть в какой-то кафешечку, покушать. Так там кафешек нет. Там просто красивое место. Где красивое место? На кладбище, Паш! Да это не кладбище, я тебе говорю. Это кладбище! Пошли, все. Не выноси мне мозг, пожалуйста. Ты, конечно, симпатичная, хорошенькая такая. Что ты мне там огукаешь? Знаешь что, я тебе понесу к Валентине Ивановне. Слушай, Дарин, вот что-то дождь начинается. Может, не будем никуда ехать? Давай домой просто и все. Что? Какой домой? Да, Паша, ну да сколько можно? Ты я сегодня вообще, ну я уже наконец-то меня пригласил. Я уже хотела куда-то выехать, поехать, погулять. Погодка самое то. Ты понимаешь, что я в депрессии было 4 месяца? В депрессии из-за того, что я никогда не... Ну понимаешь, ну нет у меня возможности такой депрессии. В смысле возможностей нету, есть! Ну где мне эти возможности брать? Не кричи на меня. О, кстати, слышишь, так может мы на машине поедем, чтобы дождь нас не намокли, подождем. Классная идея, поехали. Ключи ты где возьмешь? Ну, Валис, ну, стоишь и все. Ну, мне мало того раза хватило. Ты что, серьезно?
Ну конечно, ну все как всегда, почему, блин, ты для всех все стараешься, а ты меня ни разу не можешь постараться. В чем проблема? Найди и пойти изучи. Дарина, да я уже, блин, прошел это. Зачем мне это заново проходить? Мне это нафиг не надо. Ладно, Паша, да и так нормально. Пойдем уже, ничего страшного. Да нет, слушай, дождь уже начинает, пошли, пошли, девчонки, телефон поправим. Ну давай. Давай, копка, вниз. Так, можешь меня гукать, и я не собираюсь с тобой играть. Лучше я пойду к Валентине Игоревне и тебе ее дам. Нам еще долго идти, я уже устала, у меня ноги болят. Почему мы не могли поехать? Дарина, ты смотри, природа, тут классно, зелень, все отлично. Что тебе не нравится? Ну, мы гуляем. Да, краевиды красивые. Но, Паш, но у меня ноги отваливаются. Дарина, мне не лучше, но все равно надо идти. Может, ты меня понесешь на ручку? Слушай, а может вообще вернемся туда? Нет, ну Паш, ну мы же семья, 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 у нас ребенок. И что, можно быть с семьей и дома? Все, пошли, 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 пошли. Неси, 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 неси. Паша, кого стой, 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 как... Паша, падай, 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 да падай. Да съесть меня. Ой, Валентина Ивановна, можете, пожалуйста, с Риточкой поиграться? Я хочу вот с мальчиками поиграть. Паша. Что? Когда я уже замуж выйду? Я хочу замуж. Ну иди, выходи замуж. Да ну, Паша, да ну я серьезно говорю, ты понимаешь, что Риточке нужен отец? Ну, классно. И что? Ну, как мне предложение сделать? Я сейчас не могу, у меня паспорта нет, понимаешь? Какого паспорта? В смысле нету паспорта? Ну, вот так вот, паспорта нет. Ну, что, ничего страшного, это там делается, там, ну, пару минут, ну, короче-то, все реально сделать. Реально сделать. Ну, сейчас нереально, потому что я поговорил с тетей, она мне сказала, что можно паспорт сделать только через 3 года. В смысле через 3 года? Точнее, не он будет делаться, ну, на протяжении 3 лет, понимаешь? Как это так? Ну, вот так вот. Да быть такого не может. Ну, у меня может, такие обстоятельства. Боже. Я тебе честно говорю. Ладно, ничего страшного, я поговорю с Валентиной Ивановной, мы разберемся. И что ты решишь, я уже говорил. Мы разберемся, ничего страшного, я с ней сейчас поговорю. Да не надо ни с кем говорить, я сказал, что я уже все решил. Все, Пашенька, не переживай, все будет хорошо, сделаем мы тебе паспорт. Выйди, я выйду за тебя замуж. Классно. Боже, так уже устала идти, у меня ноги болят, где эти памятники, а? Ну вон памятники. Конечно могу. Даш, а где Дарина делась вообще? Они пошли на экскурсию, а я с ребенком не хочу сидеть. А что она раздетая вообще? Вы что, одежду даже не взяли? Не хочешь сидеть, понятно. Иди к мальчикам. Хорошо. Давай, все, только нормально себя там веди. Хорошо? Хорошо. Господи, ну что это такое? А что у меня маленькая? Ни мама, ни папа. Эй, Паш! Смотри, куда? Нет, почти дошли. Паша! Ты думал, аккуратнее иди, блин, что ли? Ну что? И смотри, вот. Что, нравится? Мальчики, привет! Можно с вами поиграть? Конечно! Что ты играешь? Так, так, телефон. А ты что? Планшет. А кто со мной-то играть-то будет? Чуть позже. Да. Ай. Паш, ты мне что, детскую площадку решил показать? Смотри. Дарина, вон туда смотри. И что? Но все равно не лучше. Как не лучше? Паш, это обычный камень, сверху чистый, ой, снизу чистый, а сверху грязный. Какой камень? Ты вообще понимаешь, что это искусство? Какое искусство? Это обычный камень, который раздолбался, иди и его сюда поставили. Смотри, подробнее, разглядывай это все. Человек изобразил изо всей своей души лошадь. Это же просто отлично. Паш, смотри, здесь, ну, фигуры. Что здесь красивое, здесь все... я не могу понять. Как что здесь красивого? Это идеально. Пойдем лучше покушаем. Я хочу уже кушать, 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 кушать. Дарина, тебе правда не нравится? Паш, скучно мне. Я думаю, это будет хоть чуть-чуть интереснее. Просто твое мышление не позволяет тебе увидеть то, что вижу я, понимаешь? Боже, даже по парку просто интереснее гулять и пить кофе, чем вот эту такую фигню смотреть. Пойдем лучше покушаем. Короче, Дарина, ты мне достала. Сама бери и гуляй. Эй, Паш, смотри. Где твоя мама с папой? Вроде бы помирились, а я так подумала, что правда все будет хорошо.
два часа прошло, а никто не пришел. А потом говорят, что я плохо поступаю. Идет теперь Китенька, а поехать, наверное, к маме Дарине. Тебе все не нравится, я не буду, блин, больше тебя никуда водить, понятно? Я же пошутила, Юра, понимать надо. Браун, бежишь, браун, ну пожалуйста. Шутка должна быть смешной. Ну пожалуйста. Это не смешно было. Ну пожалуйста, нет. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Никуда мы не пойдем гулять. Карина, все, ты меня достала уже, все уши прожужжала. Паша, блин. Вообще отстань. Вот они, молодые родители и прекрасного ребенка. Тетя, привет тебе тоже. Да, привет. Привет, твоя сладкая. Не трогай, все. Короче, значит так, мне надоело. Ты вообще... безответственный. Дарина, я ты тоже. Какой ты ответственный? Вообще-то я все время делался, было что нормально. Ты сидела? Ну, бегаешь за ним, как непонятно зачем. Так, я так решила. И созвонила с твоей мамой. Зачем? Риточка едет жить к твоей маме, Дарина. Все. Я думаю, она справится лучше, чем ты. Ты не готова точно к ребенку. Не, ну, в принципе... Как так? Да, наверное, она лучше справится с ребенком, Паша. Капец. Ты ну, тоже... я вообще не знаю. Короче, а вы остаетесь и думаете над своим поведением. Капец. Блин, Паша! Как такое могло произойти? Я в что шоке. Что теперь делать? Безвиты. Дарина, на самом деле, это ты во всем виновата. Что? Ты вообще офигел? В смысле офигел? Это ты во всем виновата. Зачем ты начала это все? Да все из-за тебя. Отстань, сама отстань от меня.